Добрый день. Московская городская организация Всероссийского общества охраны природы сегодня заложила тактильный сад «Шестое чувство», разместила модуль при поддержке московского нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти». Мы договариваемся о том, чтобы в парке 850 лет Москвы при участии московского нефтеперерабатывающего завода потихонечку сформировался нормальный, полноценный тактильный сад, состоящий из трех модулей, из зоны лабиринтов и так далее, и так далее. То есть мы сейчас договариваемся о том, чтобы этот проект там, несколько этапов был создан, профинансирован. Вот. И рассчитываем, что это будет один из объектов в городе Москве, как раз для горожан, для, в особенности для слабовидящих. И рассчитываем, что это будет привлечет внимание этих ребят. Спасибо. Ну, а в чем, собственно говоря, ноу-хау?